Слушай, не подскажешь, сколько мне жить на Прайме осталось? Не знаю, старик. Недавно тебя вписали, то еще, наверное. Можете покупать подписку Азиза, в принципе, нормальная тема, поддержать проект. Так. Ха-ха-ха. Добавил. Добавил, 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 ребятки, добавил. А там 79, блядь. Типа, пиздец, вообще ужас. Сто секунд осталось. Давай, Вик, на мин, пока, пока. Нет, еще ниндзя делается. Ниндзя еще делается. Азиз хостит все серверы до сюда, сюда вроде бы. Ну, на Prime мы скидывались, на хост Prime, ну вообще, типа, на хосты мы скидывались. Максим скидывался, я тоже скидывался, делал благотворительный стрим. Вот все, что заработал, отдал Азизу. В феврале, прям перед специальной операцией. Я Азиз успел купить. Здорово, Аргус, привет. А Xtuner хостит ARV. Кстати, биткоину пизда опять. Не шарю в крипту и никогда не шарил. Насколько интересно ей пизда, типа, сейчас на 17 тысяч, а что дальше? Про кого этот сад? Арт, это Максим. Это же Max and Strangler. Крипта 7 дней подряд уже падает. Чё, кто вкладывается, пацаны? Прямо сейчас. Я тебе расскажу, главное нужно знать. Хуйра уровня казино обходим стороной. Хуёра. Конечно, я то же самое, в принципе, думаю. Но пока я не верю я в крипту. Я бармен. Мне повезло. Так, давай, короче, сразу тогда пойдем и возьмем. Посмотрим новое название, ребятки. Так. Space Daddy, а как называется? О, блядь. Приветик, я шахтер. Приветик. Вот, ребята, новое название. Я попросил, сделали. Спасибо еще раз огромное человеку, кто сделал. У нас теперь новый бар, называется Нальют и точка, блядь. Вот. Ничего, ничего не имею в виду. Так, ладно, я понял. Так, сходу, что мы делаем? Бежим. Мы сходу бежим. О, у нас срочник. Какой голосовой канал у Тенеморфов? Две точки и 8, блядь. Ну, конечно, один игнайтер уже спиздили, блядь. Я один тоже себе беру. Вот. Шафтмайнер. О, привет! О, привет! Слушай, принеси мне инструменты. Набор. Раз. Два. Дальше батареечку взять стоковую для начала. Три. Четыре. На две стяжечки. В руки. Ключик. Ключик. Конечно же, сварочка. И, конечно же,
Хотел сказать лом, но это был ключик. Дальше. Стандартная процедура. Я инженер, я коронер. Ну пошли. Планирую работать, начинать на Валенде, как закончу, перелечу в тихий карго, блять. Налей пиво и точка, блять. Нормально налил пивка, блядь, чуваку. Открыл пиво, нахуй, а загорелся. Так, теперь берем металл, который есть у бармена, делаем руты. Так. Руты готовы. Спасибо огромное, карманник, спасибочки. Так, дальше делаем станбатон, блядь. Стяжки. Раз. Два. И станпрод крафтим. Хорошо. Не влазит, сука. Ладно, пока это сюда. Воды, блядь. Бери сам. Нет проблем. Так, короче, станбатон готов. Сперва надо поломать, блядь, всю эту хуйню. Хотя я, блядь, могу уже раскрыться, типа. Я бармен. Раскрываюсь в техах бара. Медлить нельзя на тенях. Так. Поехали. Не сейчас. Уже. Я буду прятаться. Да как хули сидеть? На тени уты на что сидеть не надо. У меня есть один лишний станпрод. Если хотите, то подкатывайте ко мне или приводите рабов. Нет, лампочки не сдохнут, я потушу ее. Так, давай сразу, короче, так, инструментики наши. Еще стяжки сделать. Сюда, станбатон наготове и ленту наготове. Так, в общем, я раскрылся. Жду гостей. И пойти параллельно свет повырубать, кстати. Желательно... чтобы кто-то тоже раскрылся и пришел ко мне. Роман Рыбаков. Иду к тебе раскрываться. У нас еще инженер есть. Инженер, можешь крутые батарейки найти? Еще нужно, чтобы ты тут побыл.
Тут твой коллега Роман. Два инженера. У меня лом нет, чтобы поднять этот обшиву. Это я взял батарейки. Я, если что, возле старого бара. Мне в любом случае нужен ассист типа, потому что типы в ригах. И надо их если быстро убивать, надо риг снимать. Они могут заорать там и туда-сюда. Вот. Поэтому пока не рискуем. Пока просто сидим. Ну, глэйром только если. Я говорю, вдвоем будет легче работать. Вдвоем легче раздеть будет. Вот. Кто ко мне придет? А вот он. Хорошая батарейка, high power. Обычная такая, как у меня. Еще одна. Твой друг там. Наверху. Приведу сюда. Опасно, блять, опасно, опасно. Опасно, ну глэйр, глэйр мороз. Глэйр мороз, типа, и антисвет. Так, а кто в бар хотел? Тихий бара. Хотел идти и раскрываться. Вот видите, как вдвоем оперативно, блядь. Гроцу клеить ему. Тише. Молчи. Смотри, смотри, чтобы не дергался. Дернешься, умрешь. Понял? Так. Делаешь, что не расслабился. Эстер Вега, спасибо тебе большое, старик, за подписочку. Сипочка. Так, добро пожаловать, ебать, в семью. Одевайся, блядь. Карту я у тебя пизжу, кстати. Карту давай свою. Угу. Ведите мне еще типочков. И свет. И потушите весь свет в техах. Мне бы карту вернуть. Это ГП, блядь. К ГП иди.
Ну, пойду туда возвращать. А... Надо, кстати, шмотки спрятать. Чтобы ни у кого вопрос не возникло. А что это тут, блядь, лежит шмотки, нахуй? А что это, блядь? А что это? Сколько батарейки? 40%. Надо менять батарейку. Это уж это хуйня. Открутили, завертели. Все. Ладно, держим в руке. А, так, у нас ботаник есть. У нас ботаник есть, да? Бармен, можно вас? Очень странный звук рядом с атмосферкой. Ботаник-срочник, да. Ну, главное, чтобы грибов не растили. Сука, кто спиздил мою карту в баре? Как не повезло, что это мим, блять. Двигаешься? Двинешься? Умрешь. Понял? Кивает. Встань в шкаф. Встань в шкаф. Блять, ну ему не повезло. Стой. Стой и не шевелись. Агриэль. Агрибла, блять. Да я знаю, что он не может двигаться, но может разрываться типа из них. А вот теперь не может. Беги, солнышко. Беги, блядь. Папа все сделал. Сколько зарядки? 40%. Да-да. Нужны крутые батарейки. А еще мне нужны, знаешь, какие батарейки? Ботаник. Сделай крутые батарейки. Я обращусь у тебя. Давай. Давай, ебаш. Я не умею, блять. Ну открой книгу, ёпта. Книгу открой, ёбаную, ёб твою. Звук услышал. О, садист ебучий. Садистка. Взяла мышь, убила. Вообще ни за что, блять. Просто ни за что. Картошка нужна, в нее провода. Садистка, блять. Садистка. Так, проверим коллективный майнд. Коллективный майнд. Обращаюсь в старом баре. Четыре драла, еще надо 20. У тебя есть ботаник, коллега? Коллега. 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 Блядь, теоретически я ж могу и так сесть. А не, не могу, блядь. Оба был мем. Потушили свет. Тут надо будет потом потушить. А может надо обе руки. Да не, ну там батон уже наготове. Батон есть. Батон готов. Украл сейчас двигатель, станцию не запитают. Да.
Теперь нахуй можно просто выкручивать лампочки, блять. Кто может привести, придите к старому бару. Затралил психолога, блять. Хорош. Свет. Блять. О, уборщик, ебать. Стой. Или умрешь, блядь. Стою, блядь. Стою. Рот не стал офать. Я ему быстренько снял. Там еще над ним работают. Да-да, работает тут с коллега. Коллега по цеху работает. Не ори, сука. Добро пожаловать в семейку Адамс. Ебать. О, умница. Еще? Так, теперь точно должны быть скиллы. Да, крик есть против боргов. Я видел, что он зарядник спиздил. Сколько мне осталось? Ноль. Теперь не боишься? Так, лампочку нахуй. Где можно найти игнитер для Санпрода? Ха, в ассистентской, которой уже все разобрали нахуй. Так, приводи. Приводи ко мне людей на вечеринку. Обновите свой ген, у нас появился крик. Попробую. Клоун. Он смылся в мусорку. Еблан, блядь. Ну это клоун. Любого карконца на шаттл лавы. Техи забалтировали, это уязвимость сети. Оно пройдет. Так, надо пойти еще свет потушить. Где это возможно? Вообще, любые источники света должны быть уничтожены. Здесь вроде ничего нету. Так. А нет, смотри, вот здесь есть. Чш. Там двери сломаны. Угу. Как же разбьет игра в стиле 3D станс перед, только представьте. Да, Макс, это жестко. Бля, Максим, у меня в такой вчера был гринтекст на вампире, ты бы просто охуел. Я тебе хотел рассказать, но ты спать ушел. Чиби, спасибо большое. Тир 3 подписочка, спасибо. Так.
Осталось только выиграть на тенях. Инженеры, где свет? Здорово, Чиби, приветствую, Рина. Как дела? Сибички. На движке мафии, блять. Психолог, тащи его сюда. Попробуй к вам второго уборщика поднести. Если что, тпшимся отсюда в тихий РНД. Потом работаем там. Потом в тех инженерки. Понял. Хей, hey, как меня зовут? Хел Уа. Хел Уае. Охрип лондонский, блять. Поваришка. На лаве СБ. Нет, кричать ты не сможешь, друг. Кричать ты не сможешь, друг. Лежать, блядь. Помоги, помогай. Я связал уже. Держи его. Угу. Так, все, ленточка готова. Все, лежит, отдыхает. Оглушили кого-то тихо в библиотеке. Бля, я вроде тихо делал это все, но прям гений, ёпта. СБшники. Вача по папане. Тише, 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 тише. Беги. СБ. Спасибо большое за подписку. Тихо, работаем. У меня батарейка есть? Есть. Это Head of Security, блядь. Заебись. Да стой ты, блядь, да куда? Стой тут. И башим его здесь. Прости. Головешку сюда. И дальше головешку вот сюда. Блять, она так криво стоит. Ладно, пошли выкинем. Это был хост, да? Я хуй знает, кто это был, блять. Это обычный, да. Головешку вот сюда, нахуй. Не, 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 вот сюда. Вот сюда, блядь. Четко. Не-не-не, хе-хе, блядь, не хе-хе. Не хе-хе. Так, проверить скиллы. О, клоун, ебать его в рот. Помогите, блядь, сейчас поможем. А, у него маска.
Работаю. СБ тут. Отпустите. Сейчас отпустим. Сейчас, сейчас. Да повар сам развяжется, блядь. Блядь, ну что ты сделал? Ёбаный в рот, не бегай, сука, тут. Лежи, блядь, лежи, не бойся. Не смотри на меня. Не ходить. Бля, это хуёво, что там инженер побежал. Поняла, сейчас тут шахтер есть. Доброе утречко, с добрым утром. Помогите, блять, там чуваки спалились. Пиздец, плохи дела. Грибочки уже пошли. Что там, друг, блять, помочь тебе? Вот так лучше. Маску надень. Маску надень. Сколько зарядки осталось? 60%, несколько ударов еще есть. Там химик, блять. Гайн Рослинг, ебать. Смотрит. Нечего смотреть. Пора домой. Пялится. Сиди, Гайан. Прикроет СБ. Прикроет СБ. Прикрой меня. Я конверчу. Спасите, библиотека. Вставай, ёпта. Росингайн. Сучки сосаем. Так. Смотрит. Дело дела, блять. Нужны рабы. Нужны рабы. Проверить скилл. Так, есть еще туман, блядь. Батарейка нужна. Сколько зарядки? 20%. Батарейки нету. Моя копеечная станция Брянка Кукас. Мы должны активировать грузы тени линги. Ебать, а что? А в смысле, блядь? Броня, что ли, РДшная? Куда у меня стал... А, просто он сел, блядь. Понял. Понял, да там заряд не идет. Типа, батарейка-то на зарядке, но... А, заряд фуловый, вижу. Показалось, что не идет. Руки связаны. Что мне делать? Не мешать. Конверти. Давай. Помогаю. ПДА есть. Это химикал ресерчер. А можно подойти к рваному шахтеру скрытно, если он уже загрелся один раз. Один сесть в тех, кто подменен золотых. Меня под нож отдают. Работает в наглую. Блять, ебаный Борг. Пиздить его, пиздить, пиздить.
Конечно. Наваливайся, навались нахуй. Навались, блядь, мужички. Вырубать его, блядь. Ну руками нахуй, крик, блядь, используйте кто-нибудь. Блядь, ну ёбаный в рот, челы, что вы делаете, блядь. Ёбаный в рот, ну подними меня, блядь, заебись. Хорошо, ладно. Все, вырубили. Так, хилится. Сломал. Прячь его нахуй. Прячь его. Чё за свет, блядь? Это ишка, что ли, включает? Да. Нужно вырубить свет на станции. 12 тралов. А... Надо менять техи. Меняем техи на РНД. Все пошло по пизде. Там бипский стоит. Спасибо огромное, Лиза. Привет всем. Блять, я сам батон выронил. Ёб твою маму. Блять, как я, сука, его мог выронить? Долетел. Я в тех РНД. Я тоже обронил стан батон. Даже не видел где. Я не видел, где я его бронил даже. Около тебя библиотеки, СБ, патрулитр, солнце. Меняем техи на РНД. Ну чё вы, блядь? Мужики. А на стеклянный стол наступил, наверное, там он остался, да? Все, уходим с тех по библиотеке, бла в СБ намечается. Уходим в тех РНД. Помогите со станом, со стан-батоном. Не бойся. Не бойся, не бойся. Пощади. Пощажу. Циановый провод, болты снимает, запомните. А что ему пытаться? Я его заглейрил, он ничего не сможет сделать. Отпусти, я заплачу. Тысячу кредитов, блять. Сделай мне стан-батон и принеси сюда. Я ваш мастер. У меня еще доминатор, блять. Кто наш трал, блять? Ты мой трал. Ты мой трал. Неси стан-батон. Ёб твою мать. Делай и неси. Принято. По-хорошему еще б шкафчик на самом-то деле. Где ближайший мастер? Я в техах РНД. Нужен стан-батон. Мы можем ОПЦ сломать. В каких техах кто? Тихий РНД, я.
Осталось 10 рабов. По всей станции свет выбило нахуй. Да ломиком, блять, что я сделаю? Только двери могу пооткрывать. Синую фазу грибов от ботаники ждать не требуется. Экипаж, готовьтесь, запуск, быстрый ответ на вопросы. Чил. Понимаю, блядь. Да что там нахуй творится? Бомба за бомбой, блядь. Щелкай пальцами, щелкай, блядь. А чё не тралится? А что ж он не тралится-то? Контроль. Контроль. Его контроль. У него защита разума. И что с ним делать? Убивать. Это химик вроде, я хуй знает. Там батон, давай, давай сюда. Быстрее, есть. 100% зарядка. Блять. Химик сам ще? А может он был тралом и его законвертили? Да блять, там сейчас сорвется, ёпта. Тише, блядь. Похилиться. Морозьте, типы, да сука, помоги, блядь. Морозь их, блядь. Мой стан продик. Это не мой, блядь. Еще одна заморозочка сейчас будет. О, хорош, хорош, хорош. Накидывай, накидывай им. Вот тебе твой ревод, блядь. Хорошо, хорошо. Ну отрывайся, голова, блядь. Ладно, хуй с ним. Вот эту надо захуярить тоже. Что это за, блядь, аномалия ебаная?
И как с ней бороться? Вопрос. Секунду, проверю скиллы. Я лазером тебе не может пользоваться. Блять. Что это за хуйня? Я батон заберу сейчас. И наушники тоже заберу сейчас. Там просто, блядь, разгерма, типа, туда все летит. Вот, сейчас голову отрежем нахуй. Нет, очки себе не может надевать. Бля, когда вдвоем с челом хуярили, было жестко. Вопрос, что это такое, блядь? Как эта хуйня называется? Так. А, glowing slime, блядь, понял. Надо отсюда, надо уходить, там два трупа. И сам потом задрать. Угу. Еще взять набор инструментов, если можно, да, повесить. Все остальное можно выложить. Там все есть. Да ебаш его, ебаш. Так, наушник СБ еще взять. Да там рации, блядь, нету. А нет, есть. Техи все еще в тех, тени все еще в тех РНД. Они отпустили тралла. Ухожу в техи инженерки. Обновите гены свои. Новые способности к квест-решению есть. Коллектив Half-Mind. Поехали. Да, действительно. Батарейка есть? Батарейки нужны. Есть батарейки. С техов РНД ушел. Сейчас будут. Цвет больно. Ну вот батарейки. Раз, два, три. О, блядь, нихуя себе. Здорово, типчик. Кто-нибудь. Тише, блядь. Тише, суета. Тралю. Отпусти меня. Не противься. Будешь жить. Света нет на станции, ты играешься? Тралю, да. Тралю, РП действие, тралю. Отпусти меня. Я тебя не держу.
Я же говорил, тени, сука, мощные. Вот если понять их в смысл, вот понять их внутренний мир, блять. Они пиздец какие мощные. Особенно, когда вот так толпой работают. Так. Стой, дружок, блядь, ты куда, блядь? Дружок, ты куда? Да, повелитель, блядь. Беги, блядь, беги куда-нибудь. Меня поймали, тащат брик. Предлагаю облаву на мед. Блять, не работает станбатон, нахуй. Тихо, я много урона получил, бро. Бро. На, мало нас. Шахтер в мехе, Вильям Бикер. Почему Глэр не работает, сука? Надо дым, да, использовать, забываю я про него. Кого-нибудь, блядь. Мне тяжело, лагает. 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 О, бро, беги, бро! Он меня, интересно, видит? Если много целей, то Глэйр жмется таргетно. Заходим внутрь. Отрубаю ПЦ в бриге. ЕРП вызвали. Да, тени сильные, сильные, когда толпой действуют. Правда, сильные. Вставай, блядь. Ну что, дружок? Ну что, дружок-пирожок? Пора работать. За работу. Тащи рабов. Блять, там кого-то убили, нахуй. А как это АПЦ ебучее ломать, я хуй его знает. Так, чё по 20% чаржа? Так, проверить скиллы, кстати. Может, есть что-то еще? Ничего больше нету. Но у нас вроде максимум то, что мы можем. Она связана, блядь. Прикрой меня.
А туман... Сейчас я ее захилю и... Сделаю из нее. Воскрешу, если что. Тебе плохо? Ты живешь? Да я как ее полечу, блять? Хуёво ей. И борги наши, закон сделал следующий, терап теней, сделал так, чтобы рабов было как можно больше. Без их смещения, пытаются изменить законы. И воскресим. Ок. Мне пока не работает скилл, она еще не сдохла. Нужно помочь ей. Нужно помочь ей умереть. О, нихуя себе. Какие гости, блядь. Головка. Головёшка, блядь. Кто этот Детрот, блять? А, это АВД, ёпта, он сменшил дом. Уже сменшил дом. Карго свет не вырубится. Батарейка нужна. Батарейка есть? Нет. Это хуёво, бро. Потому что у меня нету, блять, станбатона. Теперь есть, но... А, ну, 80%, похуй. Похуй плюс похуй. Все, кто не лягут на пол... Все вместе ловим ЕРТ. Нужно выбрать те... Нужно выбрать техи. Да не, я пойду еще попробую метро подразъебать еще разочек. А, тут уже готово все. Это кто? Монки. Мне два трала осталось, и мы выше. ЕРТ. Два трала осталось. Два трала нужно. Искать, искать типочков. Валим. Да свет его вот потушите. Потуши свет, блядь. Туши свет его. Блядь, чуваки, ну нет, ну как? Сука, лови его, блядь. Блять, ну что такое? Тралы, блять. Надо мной ЕРТ. Мед. Раздевать его. Блять, блять. Разденьте его. Блять, ёбаные срочники. Ладно, я такой же. Я нихуя не вижу, нахуй. А что, а как мне зрение пофиксить? Я же должен видеть.
Так, ну я же тень, я должен видеть. Ну надо ждать, видимо. Попробуем дыма, может? Нужна помощь мед. Нет, у тени не может быть имплантов. Но если это такой механ, это пиздец. Там хорошая флешка залетела. Да я нажал туман. Баг? Не, нормально, это не баг, пацаны. Все нормально. Все путем. А, главное, надо карту ЕРТ. Так, я опять проебал станбатон, но там было все логично и очевидно. А, детектива, где, блять? Мех, мех. Тише, работаю. Угу. У нас есть мех. Могу попробовать себе взять пушку. МСК, не знаю, Бальтазар, пока не в курсе. Проверить скилл. Мой новый бог, блять. Да, да, я. Да вот я что-то не увидел, сколько там осталось. Один остался. Остался один. Стойте, стой, 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 стой. Забирай, блять, ее. Работаю. Раль. Сейчас я после этого. Блять, только пожалуйста. Не, нет, нет. Стой на месте. Стойте, не двигайтесь. Сейчас будет наш. Блять, один остался. Блять, пас еще один нужен. Последний нужен. Ебучие флешки, блять. Дайте прикажу, что сделать на мостике. В Риге 4-6 человек. Надо штурмуем Риг. Штурм Брига, блять. А вот ластовый, ебать. Свет у него выключите, блядь. Свет. Гасите свет. Я взял его. Бля, мне очень хуёво нахуй от того, что он, блядь, ходит за мной. Ёбаный урод, блядь. Ну убейте его. Где у него свет? Что это светит, блядь?
Стой! Разденьте его! Тралы! Разденьте! А вот еще есть, вижу. Сдохни, урод, блять. Сейчас сдохну. Свет жжет. Жжется. Конверчу. Уберите свет. Молю. Хорошо. Умрите, уроды. Да-да, сейчас умрем. Проверяй. Ну а теперь нахуй. Пора, блять. Я превращаюсь? Вам пизда. Какая же вам пизда, уроды. А вот пошло превращение. Аскент. Медленно, конечно, да. Ха-ха, бля, первая победа за тень, пацаны. Первая победа за тень. Пойду бринг штурману, блять. Ах ты. Нихуя себе. Блять, что за хуйня? Давай, блядь, давай. А первый скилл чё? А, понял. А, все, понял. Взрыв — это первый скилл, ладно. А я думал, блядь. Да я ж первый раз на тени возвышенной. Где еще, блядь? О, нихуя себе. Валя, разъёб, конечно. Приветик. Так, музон кончился. Сюда. О, это Борг. А ща, да, подох надо посмотреть, ребятушечек. Тут чисто. Чисто. Инженерка. Чисто. Что, на Лавален слетаем? Пока ж последний слово. А я не могу. Не могу слетать. Бля, мужики, ну первая победа, я считаю, на тенях. Я же говорил в прошлый раз, типа, дайте мне тень, я разъебу.
Самое главное, что мы сейчас действовали коллективно, и все было четко. Нет, на Help Intent я не смогу вызвать шаттл. Летим отсюда. Неплохо, неплохо. Я считаю, хорошо сыграно. Можно еще раз сыграть раунд, кстати. Не прячьтесь, выходите. Где Нюка нахуй? А кто ее активировал вообще, блядь? В космос ее. Забалтировано. Работай, хули. Доступ нужен, блядь. А где диск, блядь? Ну чё там, ёпта? Нужен диск какой-то, блядь. Где диск? Но сейчас я спрошу. Ну вот, мне тоже интересно. Давай на шаттл, блядь. Конечно, улетайте, как крутые парни под взрыв. Похуй, улетаем. Владыка, блять. Владыка. Это вам. Рация боргов. Скажите им все. Вы все мыши. Ну, полетели. Кстати, химик, который щелкал пальцами и думал, что его это спасет, его это не спасло. Такой мем. Он там отчаянно что-то нащелкивал. Да, на тенях классно играть, правда. Особенно, если понимаешь, типа, чё к чему. Всегда можно делать дела, ребятки. Еще раунд. Это был я, Мунь. Да я понял, что это был ты. Но попытка была неплохая, но отчаянная. Нас там, блядь, уже тралов было. Это бомба какая... Я не помню, что это в химии. Там, типа, он щелкает пальцами и там всех откидывает. Но оно дает осечку там через какое-то время. Оно осечку дает, да.
Через какое-то время, это правда. Но веселая херня. Сориум. Нет, нельзя. Нельзя захуярить тень возвышусь. Только может быть какой-то, блять, я не знаю кто, может маг дезинтегрейтом сможет, но и то вряд ли, мне кажется. А мы тебя убили, потому что у тебя, походу, мэншилд был, или что? Мы тебя конвертнуть тупо не могли. У тебя не есть хп, просто очень много. А, гибер можно засунуть тень, и она умрет. Ну, бля, попробую засунуть еще. Ты попробуй еще засунуть. Рафлайн была в том, что возвышение Мирак не может его по правилам ничего вам делать, а после уже не может, потому что хуй что сделаешь. Ну, зато СБ может. Я говорю, когда тени типа вместе, ебут вообще знатно. Знатная ёбка, знатнейшая. Изи грин текст. Максон Арси в гибер засовывал, и думаешь, тени сможет ебать. Ха-ха. Ну да, ну шаттл-то понятно, что уничтожает даже Арси, когда он прибывает. Это-то понятно. Чё, где синдикейки, блять? Где вы есть, ребята? Где же вы, где же вы? Охуенно, раз, спасибо, отлично. Давай, доброй ночи, короче, давай. Правильно понимаю, что если СБ погибло, то правило ПГ отменяется? Насколько я осведомлен, вроде бы нет. А я на ЦК прилетел. Повезло. Повезло. Game over. Ну что, еще раунд, мужички. Еще раундик. Час 16, тебя не победили. Можно еще один, можно. Я согласен. Можно, можно. Короче, я понял просто, как за теней играть. Вот. И нужно работать хотя бы по парам. Так будет намного проще кого-то, типа, убивать. А работайте пары вскрытые, один остается открытый. Желательно, если бы он у него был доступ в техе. И он просто чуваков в техе загоняет.